Итак, друзья, всем привет! С вами папа Миша, Лёша и Дима. Приветствуем вас на канале Cool Twins. Итак, сегодня мы для вас сделаем обзорчик очень крутой игры Animal Kingdom. Ну что ж, поехали? Поехали! О, как быстро! Так... Да. Шумели. Быстро, быстро. Быстро, быстро. И вот наша книжка. В чем состоит смысл Винни-пух. Данной игры? Мы выбираем персонажа. То есть давай это или мальчик, или девочка. Давай девочку. Ну какую девочку? Ты что, девочка? Мы еще платье оденем женское. Мы выбрали мальчика. Играем мальчиком. Что здесь нужно делать? Ну, смотри, я мужу. Давай, сердце. Покажи. То есть проходим уровень. Делать можно. Зажимаем пальчиком эту твоя кнопочку. Твоя очередь, Миш. Оп. А давай покажем, как не достает ступенек. Чуть-чуть зажми. Вот, чуть-чуть зажал, не достал. Все, нужно а зажимать. А можно вот так смотреть? А можно перебор покажи. Нет, о, бросать и выпадают периодически. Можно. Вот такие вот уровни. Стрелять. И, мы еще не начали рассказывать об игре. Уже все, пошли это играть. Только не ты. Да, собрал 50 тысяч. Так, отлично. То есть, смотрите. Здесь нужно зажимать тачпад на вашем компьютере. Зажимайте. Чем сильнее, тем больше ступенек строится. Вот я зажал перебор. Если чуть-чуть зажал, хватило. А ну-ка. Вот если чуть-чуть, раз, не хватило. Нужно зажать так, упал. Чтобы хватило до, бу-бу. До следующего Винни-пух. Блока. И вот сверху собираем мы а вы видите? Награды, монеты. А это вот. Да, периодически выпадают вот такие вот изумруды. Нам нужно их собрать 100 штук. Если соберем, нам дадут 100 энергии. Энергия это вот эти вот наши ходы. Да. То есть также есть еще фишка такая, вот, авто. Нужно 3 штучки собрать. Чтобы собрать 3 штучки, нужно идеально положить нашу лесенку. Вот, давайте попробую сделать я третий раз. Идеально не получилось, Грей. Выпадает периодически вот такое вот событие. Как стрелок. Стреляй в дом. Я знаю. У игрока сработал щит, и мы заработали только 50 тысяч. Вот оно суммируется. Давайте попробуем сделать. Идеально. Есть, перфект. Мы собрали 3 штучки. Алексей так не любит его. Итак, друзья, вот кнопка авто. Мы трижды сделали идеально. И нам далась возможность использовать ее. Алексей ее так не любит, потому что хочет сам нажимать кнопочки. Да, итак, просто. Давайте покажем, как она работает и отключим ее. Угу. То есть нажимаете ее и лесенки строятся сами на протяжении всех возможных наших вариантов. То есть, ну, не вариантов, а возможных наших молний. То есть их 35 было, там сколько. И оно по-быстрому раз-раз-раз строится, раз-раз-раз, раз-раз-раз само. Давайте пробуем это отменить. Ага, то есть вот такой вот бонус дали. Вот так, раз, раз, раз. Это мы уже сами выбираем. О, есть, собрали сундук. Все, отлично. Давайте пробуем отменить это. А, оно не отменяется. Хм, то есть отменить мы его не можем уже. Я хочу, я. Давайте, стреляйте. Верхний вот сюда. Вот сюда. Ёлка самая дорогая. Да, отлично. Пробил. 150, ну, да. Нужно 600 тысяч. А, что у нас еще здесь есть? Один из них кристалл. О, отключили, да, мы авто? Превосходно. То есть сами дальше. Да, сами жмем. Смотрите, мы насобирали много монет. Теперь мы заходим в наш дом. И за эти монетки строим его. Чтобы перейти на следующий уровень, мы должны здесь полностью все построить. Ух ты, это какое-то казино? Нет, я думаю, это какое-то, где продается тако. Знаешь, мексиканское такое блюдо. Так,
И не хватило нам 1 100 000. Еще нам нужен 1 100 000. Что здесь такое у нас? Ага, то есть за видео нам дается 1 000 000 и 10 молний. Посмотрим видео? Да. Давайте, мы пока посмотрим видео, а вы оставайтесь с нами, ребят. Итак, вот мы посмотрели видео, получили награду. Продолжаем дальше. Так, а что здесь? Ага, чего? Ага, нужно 5 островов нам разблокировать, чтобы получить какую-то награду еще. У нас 4-й. У нас, по-моему, 3-й еще только. 1 100 000? О, у нас так, есть. Еще нам не хватит, 100 000 нужно. А как посмотреть все острова? По-моему, вот карта. Ага, вот мы прошли 1-й, 2-й, сейчас мы на 3-м. Их на самом деле очень много. А, можно открыть, а там этого кролика. Да, их очень много, мы смотрели что больше денег? 200. Мы до 200 точнее дошли и дальше не стали щелкать, потому что уже устали. Ну что ж, продолжим купим, игру. Купим. Не хватит, еще 100 000 нужно. А можно сюда нажать? Нет. Дима, как всегда, хочет по-своему сделать, он никого не слушает. А, крыса! И там 600, не-не-не. Назови цифру. 1 100 000? Нет. Какая цифра? 1 300 000. 3 600. 368 000. 1 368 000. О. Ну что ж, продолжаем игру? Да. Давайте. Итак, по очереди. Я буду 1-й теперь, Лёша 2-й и Дима 3-й. Давайте начнем. 1-й я. Вау, мне дали кристаллики. Алексей, поехали. Давай, Дима. Оп. Молодец. Идеально. Да. Я. Щит. Взяли щит. Дали еще энергию. Давай. Щит. То есть, ну, в принципе, вкратце мы за все рассказали, идеально, за все нюансы. Идеально. Да, за все нюансы игры мы вам рассказали. И вот сейчас покажем, как вообще вот мы в нее играем. Просто по очереди меняемся. Каждый делает свой шаг. И кому что-то выпадает интересненькое, он это уже делает. Например, пострелять куда-то, либо что-то выбрать. Вах, монетки. Давай. А зачем, Лёша, ты нажал 2 раза? Да. Лёша 1 раз пропустит. Сейчас жмет Дима. Все по-честному. 2 раза? Дима жмет. Рогатка. Ух ты. Дима жмет 2 раза. Атака. Да, о, Диме попалось. И значит, он делает это событие. Вот сюда, в прыгну. Я не знаю, что. Щит. Отлично. 150. Отлично. 30. Так, это ты раз нажал? Ну, или ну, 2? Я 2 раза. Дима, еще раз жми. Леша сжал 2 раза, и мы теперь по 2 раза, чтобы идеально все было честно. Идеально? Да. Да, идеально строю. Опа. Вау, снова мне изумрудики эти. Еще смотрите, разочек. Смотрите, молнии. О, мне денежка. 10 000. Теперь Леша. Леша 1 раз. Дима. 1 раз. Да. Уже по 1 разу. Идеально. И мы, в принципе, можем уже купить недостающий кактус элемент. Кактус. Хотел спросить, как вы узнали, что будет кактус? А здесь ведь нарисовано. Не смотрел сюда. Давайте покупаем. Кактус. Есть. И ой, вот мы новый построили. Отлично. Поздравляю, ребят. Давай пятюню. Раз. Пятюню 2. Отлично. Итак, нам открывается следующий уровень. Зимовая. Вау! Нам дали кристаллы и энергию. Он будет 59. Супер! Ну что ж, я начинаю? Да. Может сказать. Оп. Ой, как страшно. Моя очередь. Давай. Смотри. Идеально. Почти. Ну ничего, давай я. Дима опять нажал, и опять он упал. 2 раза подряд. Дима пропустит теперь что? Монетки. Нет, пропустит свой ход. Ход один. А мы с Лешей по 2 раза. Леша.
Давай. А у меня только один? Ну да, ты два раза только что нажал. Нужно же по одному мы договаривались. Теперь один Дима жмет. А вы два? А, пропустил. Упал. Ну ничего, не печалься. Поздравляю, Дима. Так, давай, мы поможем. О, у меня выпало событие. Стрелять. Итак, стреляем сюда. Куда еще стрельнуть? Подсказывайте мне. Вот сюда. Вот сюда. О, вдвоем показали в одну точку. Ну, давайте проверим. Отлично. Вот сюда. Сюда. Вот сюда. Сюда? Нет. Ах. Сюда. И сюда, да. Отлично. И сундучок. Она проиграла. Да, сейчас Леша. Почему вы по два раза, а я один? По одному мы теперь. Ты же сделал два раза тогда, и мы сделали по два раза. Все по-честному, каждый делает... Нет, можно отключить? Ну ладно, давайте. Каждый делает по одному разу. Но Дима постоянно хочет без очереди влезть. Сейчас Леша жмет. Леша, жми. Смотри, в воздухе. Так, парни. А ты каждый по одному разу жмет. По одному. Так, Леша теперь. Дима. Они постоянно хотят без очереди влезть, лишь бы нажать на кнопку. Бинго! Что-то собрал. А что это такое? Давайте посмотрим. Паната Фиеста. И что это значит? Какое? А ну-ка попробуем. О, это какой-то бонус. А ну жми, тебе же совпало. Что? Нажми вот сюда, попробуем. Угу. Давай. То есть нам надо больше их собрать. Так, давай, поехали. Леша. Что, насобираем 100 изумрудов наших? И опа. О, рогатка, стреляй. Ничего. Как раз нам нужно монеток побольше, чтобы открыть следующий уровень. А за вот это что мне? Попал. 150 тысяч. Поздравляю. Да, только по 150. Это не идеально. Но у нас... А, вот тут 4. Дима. Опа. Что Дима лезет? Прежде... Перед каждым, короче. То он где-то спит. Я хочу панамка подсвечивается, стреляй в нее. Не, я хочу, да. Ну, защита. Нет. Панамка же подсвечивается. Ну, смотрите. Оно, видишь, не всегда, когда двигается, значит, нормально. Так. Я? Да, ты ж после меня. Дима после тебя, а я после Димы. Мне два раза выпало желтый. Угу. О, бинго! Это мне? Не, это Лёша. Нет, это не. Лёша еще не нажал, да. Что? Бей! Так и не понял. Просто я бью и все. Че, разок? Ага. Нужно нам еще. Бинго. Давай, Дима. Ой, Лёша, сейчас. Давай. Теперь Дима. Теперь Дима. Я. Так, тебе попадется стрелять хоть? Я? Да. 67 уже изумрудиков. Оп. А я учу шать. Да. Ой, у нас 25 молний. Угу, заканчивается. Нужно нам скорее 100 изумрудов собрать, чтобы дали 100 молний. Да, чуть-чуть. Ой, так много мне дали. 78 у нас. Ну, чуть-чуть. Опа, достал. Леша. Нет, только не заканчивается. Дима. Сейчас, Леша, ты ж после меня. Дима упал. Ты ж после меня. Зачем ты сбил очередь, Леша? Теперь Дима. Дима, давай. Давай. Что, Леша давай. Сбил тебя? Они считают. Ну опять шишка, мне уже не выпадает. Ну ничего, а вчера, когда мы играли в эту игру, только тебе выпадали эти выстрелы, помнишь? Сейчас защита попала. А ты так и хочешь, чтобы у него была защита, чтобы сглазить его. Наоборот, порадуйся за брата, что видишь, у него как выпадает круто.
щит. Да, и одна молния. Давай. Ах, почти молнии были. Ой-ой-ой. Зачем? Лёша пропускает прости. Два раза. Дима, давай, жми. Еще раз. Ай-яй-яй, молнии мало. Да, заканчивается молния. Опа. Раз. Да молнии. Второй раз. Теперь Лёша. Но. Один раз. Теперь Дима. Ну, всё, чтобы не сбивалась очередь, каждый по разу делает. Так. Опа. Еще кристаллики. Сколько у нас уже их? 80. Еще 20 штучек осталось. Бинго. Так, congratulations. Молоток, все молоток. Скидка 20% на 10 минут, что это значит? Это что? А, и нам скидка на эти все покупки. Mm-hmm. Ну, давайте сделаем, пока у нас действует скидочка. Да, скидка. Купим что-то. А, купили только два, получается. Все, больше денежек не хватит. О, давайте в игру. Кто сейчас? Походу, Леша. Леша, да. Опа, опа, отлично. 82 уже. Так, не дошел чуть-чуть. Чуть не дошел, но ничего. Оп. Ну что ты радуешься, Леш, давай ты. Ах. Но есть, мне важнее были бы кристалли. Ты так рад, так долго хотел выстрелить, да? Так. Да ты выстрелишь? Как? А это наша карта. Угу. На третьем уровне. Иду. Что мне снять? Отлично. Ну вот единственный, наверное, все же минус в игре, что не на весь экран она, да? Данный жанр, конечно, прикольный. Давай, Дима. Ну, хотелось бы на всю. Дима. На весь экран, точнее. Нет, это я нажал. Дима хотел нажать два раза. Таким образом, такой игрой сейчас Дима жмет. Учим детей, чтобы они делились, потому что каждый хочет нажать кнопку, каждый хочет. И без очереди лез сразу мы очень Миша. Долго. Спорили с этим, боролись с этим. Надеюсь, что все-таки пришли к чему-то. Потому что то они друг друга отталкивали, то забирали клавиатуру. Привычка с детства, что у каждого должно быть по одному. Нет, нужно уметь делиться. Каждый по очереди. Теперь Дима. Не забирайте очередь у каждого. О, а мы можем... О, 85 уже. Сейчас я, да? И у нас осталось... Ролик! Опа. Три. Да, был ролик только что, мы не успели. Один миллион. Не, оно как, когда меньше 10, по-моему, остается, Дима. Мы можем посмотреть ролик. Сейчас Леша. А Дима хотел нажать такой да. Хитрый. Хитрый. Давай, Дим. Он весь в игре сосредоточен, он не замечает, чем очередь. Ему лишь бы нажать. А, да. Меньше 10. Леша, давай. Вот монета. Так, теперь Дима. Дима. О, отлично, Дима, стрелять теперь. Блин, мне уже хлеб. Таксы! Ну, а вчера тебе больше всех попадалось. Ну да. Дима обижался, что тоже хотел стрелять. О, попало. Володи! Как раз нам нужно побольше монеток. Володи, это бомба. Так. Опа. Лесна. Сейчас насобираем много очков. Хитрая. А ну-ка, подсказывайте, куда стрелять. Туда. Сюда? Сюда? Угу. Сюда. А Дима куда хотел бы? Прямо. И вот сюда? Да. Давай. Так. Я. Сюда нельзя. Нельзя, нельзя, сюда, нельзя. Сюда нельзя? Да. Вот сюда. О, сундучок. Проиграла. Чего? Мы же выиграли. Легко проиграла. 1 616 000. У него было, но они... Леша сейчас. Дима. Миша. Да, отлично. Опа, появилась у нас ролик. Ну-ка. Итак, друзья, мы посмотрели рекламку и нам дали 5 энергии. Отлично. Леша, сейчас твоя очередь после меня. Нет, 4. 4 энергии дали? Ну, 5 плюс 4. 9. А, 9. Мне показалось, что у нас 4 оставалось энергии. Давай, твоя очередь. Я боюсь, что я... Дима.
87. Миша. Я. Да. Так. Леша. Да, Дима, как всегда, лезет без очереди. Дима. Так, подожди. Миша. А молнии. Да, и у нас появилась возможность взять молнию снова. Берем молнию? Да. Oh, I gotta be careful here. Oh! Что ж, дали нам еще 5 штучек. 5. За просмотр рекламы даются 5. 5. А, если мы... у нас 0 штук, нам даст еще, походу, 10? Нет, мне кажется, 5 также даются. За один просмотр рекламы дается 5 энергии. Сейчас кто? Был Дима, да? Теперь я? Да. Так, теперь Леша. Леша. Дима. Дима. Я так дрожу. Дрожишь? Почему? Волнуешься? Ну, да, чтобы мне попала стрельба. Ах, о! И сколько дали? 2. Реклама. Так, реклама. Так, посмотрели рекламу, далось 5 энергии, и сейчас ход Димы. Дима. На медведя жмет. Забыл куда жать. Так, все. Раз. Давай, Лёпа. Димасик. Отлично. Вау, дали изумрудик. Сколько нам хватает? 91. Всего лишь 9 штучек нам надо. Ну что, достанем их? Нет, надо еще 8. 9? Давай ты, твой ход. Чего что нам рекламу не дают? Так, и сколько? Еще 7. Давай, Димончик. Давай, родной. Нет, реклама. Давай. Так. Никогда еще так сильно не хотели рекламу посмотреть, да, парень? Ах, все. Нет энергии больше. Да. Ну, что поделать? Ничего страшного. Будем ждать, значит, энергию. Будем ждать. Получается, 5 энергии будет через 45 минут. Ну, это уже будет совсем другой обзор, да? Ну, давайте посмотрим, пока есть у нас скидки, может что-то еще купим. А, мы же когда покупаем, нам дают еще энергию, по-моему. О, да! Давайте посмотрим, что мы здесь можем подешевле пару штучек каких-то купить. Подешевле. Вот это. Есть 2 энергии. Это какие-то дорогие. Ну, вот это еще можем. Еще одну. 2 энергии. 4, спасибо. 600 тысяч. Не хватит. Ну давайте продолжим. Продолжим. Так, давай, Леша и Дима. Давайте останутся эти попытки вам чисто. Давай, Леша, Дима. Леша, Дима. Так, теперь Леша. А, бегу! Дима, бей. Это моя очередь. Ну, у Димы выпало это. То, что у кого выпадает, помнишь, тот это и делает. Мне уже... Давай-ка, давай, пробуй. Плюс 200 тысяч дали. 15 энергии. 15 энергии дали, да? Отлично. А то 700 тысяч. 700 тысяч дадут, если мы пройдем это. Супер. И что ж выходит? А тут надо 10 сбить. И что выходит? 17 энергии. Поздравляю вас, детки. Отлично. Забей. У нас давай. Получай ход. Давай, теперь Леша. Тут бокс. Это что? Это что? Это если мы подключим друзей с Фейсбука, нам дадут дополнительную энергию. Давай, теперь Дима. Мы не будем их подключать, зачем навязываться. Опа. И? Слушай, еще 4 штучки буквально. 4 штучки. Давай, Леш. О, Дима. Отлично. Может, я первый там? Ну, это же у Димы попало. Ой, у Леши попало. Есть! Проиграл. 968 972. Отлично. Дима. Миллион. Отлично, ребят. О, Дима стреляет. А там что, по-английски красные?
Ой, я не успел прочитать даже. Сам? Чит? Нет, пробил. 150 тысяч. Ну, он он двигался. Угу. Это твоя очередь. Опа. Сколько? 99. Одну штучку буквально. Одну штучку. Одну штучку нам. Да. Одна штучка. Давай. Ах, давай, Лёша. Ай-яй-яй. Так. А давай ауту. Не-не-не, Димон, давай. Давай. Миша. Сам по себе. Опа. Бинго! Я могу бить его. Там это... 10 штук надо, чтобы... О, аж 10, это много. У нас же только первая. За одну не дают, да, по-моему, вроде? Тум! Ну, опа, подбил. Все, можно. А там что написано? Ну, как событие называется. Дима теперь. Миша. О, ну, и что у нас? 100! 100! 100 изумрудов! И мы получаем 100 энергии, ребята! 100 энергии! Я вас поздравляю, дети! Ура! А тут еще! Ура! У нас не получилось! Супер! А тут еще 50! Да, если мы соберем теперь еще 10 изумрудов, нам дадут 66! Да, отлично! Что здесь мы можем теперь сделать? Можем это построить. О, и, наверное, все на это. Тысяча, почти полтора миллиона. Давайте еще 10 набегаем этих кошельков. Еще 10 хочешь да, набрать? Да. Не устали? Не, ну, смотри, давайте. Смотри. Давай, смотри. Леша. Леша. Если мало, это как мало. Я? Он уже побольше давай, стал. Дима. Я. 101 домовладелец. Да, 100 энергии это... Довольно много. Давай. Я? Да. 99. Все равно много. Ну, надеюсь, что мы за эти 100 энергии соберем кристаллики. А? Мне уже редко. Есть. Можно я заберу? Мне не выпадало. Ага. Радугу. Давай. А, щит. А, смотри, Алексей. Дима, я радуюсь, что ты получил, ну, 50 тысяч. 10 тысяч! Нам нужно 9 кристалликов. Ну, вот дадут эти изумруды давай... нам. Миша? Дима. После тебя ж Дима. А, ты не будешь играть? Ну, чего? О, есть. Ай! 10 Еще 7 штучек. 7! 7 штучек? Давайте, не ребятули, хватает. Постараемся. Я? Да, ты. Ты ж после меня. Опа. Есть. Ага. Вот это мне нравится событие тем, что здесь много денег можно заработать. Смотри, сколько. А, бомба. Ну, 413 тысяч, это все равно достаточно. Блин. Теперь фу. Дима. Его бомба. Дима. Дима. Я. Леша. У нас 80. Дима. Так, кристалликов. 5, еще 5 штучек. 5 штучек нам осталось. О, 10 тысяч уже. Ты? Теперь Леша. Давай. Ну, отлично. Приятно. Да, шишка. Шишка. Чего шишка? Желудь. Это желудь. Желудь. Огонь. Опа. Отлично. Пух, по мини-пух. Я думаю, что мы соберем за эту энергию кристаллики. Давай. Ага. Я думаю. Лимончик, давай. Лимон. Ну, что-то. Давай, Леша. Бинго! Опа, я собрал. Давай, бинго, а, бей. А, можно ж 10, я забыл. Бей. 10 штук. Бей. Бью. Опа. Всё. Еще нужно 8. Единорожка? Ну, да. Давай, Леша, да. Давай, 5 штучек еще. Лимончик. Давай. Что-то, Дима. Мне кажется... А, о, бинго! Смотри. Давай, бей. Молодец. Давай. А давай вместе. Ну, вдвоем.
есть. Два братика вместе хотят. Как это о, будет? Там же стрелочка была зеленая. Ага. Ой. Значит, Мишин ход. Мой? Да. Давай. Дима пропустил ход, потому что... Ты теперь? Ну, а теперь что пропустил своего брата. Так, Лёша, Дима сейчас уже. Ну, ход был кристаллики. Теперь я. О, кристаллик. Сколько выпадет? Еще три нам надо, буквально три штучки. Да. Если три выпадет, это равно... Если ты меня пропускаешь? Да, пропускаю. Подписывайтесь на нас и ставьте лайки, чтобы нам быстрее выпали эти изумрудики. Правильно, ребят? Да! Давайте, подписывайтесь. Есть! Кто-то подписался. Отлично, спасибо, ребята. Супер, мы получили 50 изумрудов. А теперь, вау, 180 кристаллов нужно, чтобы собрать 220. Ну, это ж очень много. Но продолжение мы вам покажем в следующем нашем видео. Так, друзья, если вам понравилась игра, ставьте нам лайки. Подписываться не забывайте. Обязательно подписывайтесь. Обязательно, чтобы эти штуки выпадали часто. Нам, да, не больше выпадали. Больше мы видосов для вас записывали. И биты. Все ребята хотят, правильно? Да. Что ж, будем прощаться? Всем пока. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами были Лёша и Дима, также папа Миша на канале Cool Twins. Всем пока. Пока-пока. Я похожу.